А тем временем УФАС призывает жителей Дагестана жаловаться на повышение цен в магазинах на фоне распространения коронавирусной инфекции. Призыв к дагестанцам связан с мониторингом цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли. Информация, полученная от граждан, будет использоваться при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен. Ранее представители центрального аппарата ведомства уже обращались с призывом к бизнес-сообществу не использовать сложившуюся ситуацию для личного обогащения. О фактах завышения цен можно сообщить по телефону горячей линии 51 72 08.